Ну что, Оля, привет! Привет! Рады видеть возле нашего стенда. Как у тебя дела? Как жизнь? Очень взаимно, очень рада тебя видеть на этой прекраснейшей конференции. Да, слушай, последний раз, когда мы виделись, ты работала в CM Affiliates. Да, да. Сейчас ты сменила сферу деятельности, новая компания. Да, сейчас я... Swonker. Да. Расскажи, сейчас чем я... занимаетесь. Head of PR Swonker – это крипто-форекс affiliate медиа-платформа. Расскажи, что это новая медиа? Да, это новая медиа, но которая касается только крипто-офферов. Mm-hmm. Как лить на крипто-офферы, кейсы по крипто-офферам, статистика по крипто-офферам, где аффилиаты, нетворки и бренды встречают друг друга на мид-маркете, коммуницируют. Аффилиаты могут найти себе тулзы, скачать их. Полный цикл, как можно сказать, ну, вопросов по крипты закрывает это видео. Заходим, читаем, кто не любит крипту. Вам Swonker. Что скажешь по поводу этой конференции? Мне кажется, это наиболее целевая конфа на данный момент для тебя, как для человека, который занимается криптомедиа. Да, да, абсолютно. Но я, кстати, здесь встречала очень много ребят, которые льют нутру, слепы, но криптовые также есть. Европейцы и, в принципе, зарубежный рынок немного побаивается крипты и Black Hat. Но очень воодушевлены. Расскажи, у вас большая команда, сколько людей, которые, не знаю, пишут статьи, занимаются, все ли выходцы из, так сказать, из реальных Украины. Сеток? Да, это компанию открыла медиабэк команда из Украины, поэтому они продолжают лить крипту, поэтому вся информация более чем актуальна. Также у нас есть криптосетки, известные, которые здесь представлены сейчас на конференции, брокеры. Команда у нас небольшая, но все из Украины. Кто-то живет за границей, кто-то все еще в Украине, старается либо где-то в коворкингах, либо в кафе, но контент продолжается. Show must go on. А вообще, что ты скажешь по поводу крипты на данный момент? Да, мы обсудили, что европейцы только присматриваются, наши братья и товарищи льют, но в целом, мне кажется, эта вертикаль вот здорово взлетела, стала на слуху, но вот ощущение, что дальше не двинулась прям вот высоко вверх. Либо у меня ложное ощущение. Она, знаешь, она также остается вечно зеленой. Я бы сказала, потому что люди хотят заработать, хотят делать это вот так, ничего при этом не делая. Сейчас, насколько я знаю, белые офферы хорошо на Латам идут, на Азию. И наши, естественно, работают хорошо на Канаду, Нордики. То есть классические... Деньги есть везде. Да. Умеешь ты их добывать или нет? Да, 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 все зависит. В любой вертикали можно зарабатывать, но прежде всего люди зарабатывают в свипах, в мобильном контенте, в дейтинге. Да. Деньги большие. Естественно. Главное научиться, не бояться тестить. Если что-то не зашло, нужно пробовать новые методы, креативно подходить, собственно, тем самым креативом. Лендом, прилендом. Хорошо, приятно, что посетила наш стенд. Да, очень приятно было увидеться, да, всегда радостно встретить. Ура!